Добрый вечер, дорогие подписчики и гости моего канала. Вот такие новости на 1 февраля 2022 года. Начну традиционно с Краснодарского края. Как сообщает News.ru, сегодня на Черном море в районе города Сочи зафиксирована опасность возникновения смерчей, и угроза сохраняется до конца дня. Спасатели призвали местных жителей внимательно следить за ситуацией и соблюдать меры предосторожности. Вот что они советуют. В случае нахождения на открытой местности необходимо лечь на землю во впалом месте. А находясь на улице, надо остерегаться падающих обломков и защищаться от них с помощью подручных средств. Также сочинцам рекомендовано подготовить временное жилье в виде палатки или шалаша. Да, вот насчет шалаша звучит как-то абсурдно. Не представляю, как это будет выглядеть, и возможно опасность немного преувеличена. Но в любом случае будьте осторожны. А вот в хуторе Веселом, что в Крымском районе, ночью пришлось эвакуировать 10 человек из-за угрозы наводнения. Угроза появилась из-за осадков и таяния снега. Как все происходило? В хутор приехала спецтехника с материалами для укрепления дамбы. А позже на улице Веселого приехали автобусы. Эвакуационный пункт развернули в школе номер 2 хутора Новотроицкого. При службе ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в целях безопасности из хутора эвакуировали 10 маломобильных жителей. Их отвезли в Новотроицкий. Также в хуторе талой водой с полей затопило участок дороги. Уровень воды составил 30 сантиметров. Кто следит за новостями края, знает, что погода пока нам расслабиться не дает. Но ничего, окончание зимы уже не за горами. Комсомольская правда рассказала нам о том, что канатную дорогу в Ялте, следующую на гору Айпетри, с 15 февраля закроют, аж до мая. Закрытие связано с проведением ежегодных плановых профилактических работ. Буквально вчера я рассказывал, что канатная дорога утонула в снегу. Толщина снежного покрова достигала 2 метров. Напомню, что проезд на Айпетри для легковых автомобилей закрыт до 1 марта. Движение прекращено в связи с угрозой схода снежных лавин, налипания мокрого снега и гололеда. На этом все. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол и до завтра.